Вот и закончилось Евровидение 2016 года, и мы узнали победителя, но об этом позже, а начнем мы с третьего места. Третье место занял Сергей Лазарев, представляющий Россию, с песней «You are the only one». Второе место заняла Дэми Им, представительница Австралии, с песней «Sound of Silence». Первое место заняла Джамала, представительница Украины, с песней 1944. Если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Если вам все же не понравилось видео, ну что ж, у вас один выход. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В принципе, в любой непонятной ситуации ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был Трип. Пока.